Лекция номер 3. И мы с вами сегодня начинаем теорию графов. В прошлый раз мы с вами разбирались с множествами, словарями, их применимостью. Все, пора. Мы их будем сейчас применять. Итак, давайте с вами посмотрим, а что такое граф. Вообще, задачка про графы, первая задача, в которой появились графы, хотя тут лукавство есть, графы появлялись много раз в математике из разных областей. Ну вот, считается прям вот такое первое центральное место, это Леонард Эйлер, город Кёнигсберг, задача о Кёнигсбергских мостах. Я очень схематично рисую этот город. Значит, там мосты, говорят, что там сейчас вот эти жители Калининграда, говорят, что вот эти мосты как-то там переделаны, соединены, там, Московский шоссе или Московский мост. Как. Короче, сейчас немножко изменилась топология. Вот, здесь, соответственно, есть мост, и вот тут вот есть мосты. Но мне не важно, как оно там сейчас устроено. Да? На момент жизни Леонарда Эйлера, соответственно, мосты проходили, город есть тут, тут, тут и тут, да, и он гулял по городу. Значит, идея какая у него была? Вот мы начинаем с любого места в этом городе и собираемся путешествовать, да, И я хочу пройти по всем мостам, Ну вот, как видите, я пытаюсь, да, но у меня вот один мост остался непройденным. И я могу по нему пройти, но для этого мне понадобится пройти по вот этому мосту второй раз. Понимаете? Да, я пойду по нему в другом направлении, но это не важно. Я по этому мосту уже ходил. А, или в этом же, что там? В этом же, да, в этом же направлении. Ну, не важно, в том же направлении или в противоположном. Но Эйлер математик. Ему надо было каким-то образом доказать, что так нельзя. Ну, то есть можно поиграться, посмотреть, но вроде нельзя. Нельзя пройти по всем мостам, при этом к каждому только один раз. Ну, представьте себе, что вы проходите, и за вами мост падает. Да? Как бы это доказать? Для того, чтобы увидеть задачу глазами Эйлера, надо упростить как бы, глазами математика, ну, все выкинуть лишнее. Давайте сожмем остров, потому что пересечение траектории на берегу, на остров, допустимо. Только по мосту нельзя второй раз ходить. Значит, сожмем остров в точку, этот остров сожмем в точку, этот берег весь сожмем в точку, этот берег весь сожмем в точку. А вот мосты я, соответственно, нарисую палочками вот такими. Но естественно, что это уже не отрезки никакие. Это не отрезки, потому что отрезок, он имеет длину, это множество точек. Который, у меня здесь, извините, у меня вот эти вот точечки, они не совсем точки, в смысле, да, они некие вершины. Вершины, да? Vertices, вершины. Они у меня представляют из себя части города. Мост – это не совсем часть города, мост – связующая сейчас сущность, да? Соответственно, а мост представляет из себя, ну, он связывает две части города, да? Соответственно, они представляют из себя так называемые ребра. Edges, ребра. При этом никаких промежуточных точек, еще раз, да, даже геометрического расстояния, оно меня не интересует. Факт. Факт связи двух частей города. Надо заметить, что вот эти два ребра я вынужден был нарисовать кривыми, и меня абсолютно не волнует кривизна, с которой я нарисую ребро. Главная принципиальная связность двух частей города, двух вершин в данном случае, да, это не как раз в общем случае двух вершин друг с другом. Получается, что ребра представляют из себя пары вершин. Да, некое вот, давайте я обозначу теперь V. Это, собственно, множество теперь, множество вершин. Е – множество ребер. Каждое ребро – это пара вершин. В1, В2. Тут же парочка вопросов. А, собственно, подождите, у моста есть начало и конец? Нету. У него два конца.
То есть он и в одну сторону, и в другую. Это не стрела направлена, это не односторонняя дорога. Нет, бывают односторонние дороги, но в данном случае Эйлер, пожалуйста, может перейти так, можно так, да. И я более того сказал, что не важно, в какую сторону. Если мост пройден в одну сторону, нельзя его переходить уже в другую сторону. Короче, мост – это не, ребро в данном случае получается неупорядоченная пара. Да? То есть я тут их, конечно, в каком-то порядке написал, да, но надо понимать, что вот это вот, да, это та же самая неупорядоченная пара вершин. И еще, у меня это не какой-то специфический мультиграф, в котором у меня ребро может сразу соединять 3, 4, 5 вершин или только одну. Нет. У меня пара строго. Правда, опять же, возникает такой вопрос. Подождите, если ребро это и есть пара вершин, то тогда, извините, вот это и вот это что? Это одно ребро? Ну, понятно. То есть, исходя из того, что мы моделируем, это два разных моста. То есть, на самом деле, когда я говорю, что ребра это пара вершин, некоторая вот поправочка есть. Что на самом деле ребро это ребро, но за ним закреплена пара вершин. Они являются его концами. А вот, кстати, интересно, как сказать наоборот? Как сказать наоборот? Что ребро для вершины, вот это ребро, оно имеет отношение к этой вершине. Я должен... Не надо, это не то слово. Вы достали слово из правильной сумочки, достали термин, но не тот термин достали. Нет. Смотрите еще раз. Вот у меня есть некая вершина... V1. Есть какое-то ребро E. Да? И вот я хочу сказать, что вот это ребро, оно к этой, да? Нет. То есть эта вершина для этого ребра является концом. Ребро, для которого она является его концом. Но это очень долго говорить. Да? Фразу «ребро, для которого она является его концом». Поняли, да? Меня, то есть, соответственно, для вершины V1 ребро E, да? Или все ребра, для которых эта вершина является... Скороговорка такая, да? Есть слово такое. Говорят, инцидентно. Термин. То есть ребро инцидентно вершине. Да? Ребро Е в данном случае инцидентно вершине В1. Все инцидентные вершины ребра. То есть все ребра, которые из этой вершины стартуют. Да? Ну, стартуют, заканчиваются, неважно. До которых она является и их концом. Понятно? Отношение инцидентности – это отношение между вершиной и ребром. Можно, в принципе, сказать, вот ребро – его инцидентная вершина. Но там есть слово «концы». Да? Там не требуется. Вот. Есть такой интересный момент. Граф является математической моделью подобных ситуаций, многих, социальная сеть, множество статей в Википедии, которые взаимно ссылаются друг на друга, множество всех сайтов с URI в сети интернет, которые ссылаются URL-ами друг на друга, да? В принципе, можно прикинуть, попробовать простроить такую сеть, если пробежаться по этим страничкам, как когда-то роботы делали, они примерно тоже делают, поисковые роботы. Ладно, что я хочу сказать. Граф, получается, представляет из себя множество вершин и множество ребер. Понятно? Граф, множество вершин, множество ребер. Может ли множество вершин быть бесконечным? Вообще-то может. Представим себе, и множество ребер. Может быть? Может. Например, натуральные числа, это вершины. Ребро, ребра. Тоже бесконечное количество сделаем. Я в качестве буду считать вершины связанными друг с другом. Если у меня одно число, соответствующее номеру одной вершины, да, будет умножением на 2 номера другой вершины. То есть, если делится пополам, то соответственно пополам. Если умножим на 2, вот, пожалуйста. Да? Прекрасно? Вот. Ну, могу какие-то дополнительные ребра ввести, да? Но такие бесконечные графы рассматривать очень сложно. Для них, как для натуральных чисел, если вы немножко знаете теорию множеств, то вы, наверное, знаете, что четных чисел столько же, сколько всех натуральных. Да?
нечет. Ну, в общем, там возникают всякие интересные сложности. Вот давайте рассматривать только конечные графы. То есть мы будем рассматривать конечные. Ну, слава богу, мы хоть в памяти компьютера сможем хранить. Конечные графы рассматриваем. Дискретные конечные графы. Еще один важный момент. Я вот тут нарисовал вершину и выходящие из нее ребра. Ну, естественно, что у ребра должна быть еще вершина какая-то там, V2. Да? Не может ребро принадлежать множеству ребер графа, при этом, чтобы его вершины, оба конца, не были в множестве вершин. Не может ребро торчать куда-то вовне из графа. Уже каждое ребро входит вместе со своими концами. Да, давайте вот эту, как не гипотезу, а аксиому замкнутости. Что у нас все нормально, у нас все вершины здесь. Но могут ли у меня присутствовать вершины, для которых нет ни одного инцидентного ребра? Да, они называются изолированные. Изолированная вершина. Может быть такое. А может ли быть такое, что у меня, ну, мы видим вот здесь вот ситуацию, да, что у меня может быть два ребра, да, соответственно, которым соответствуют одинаковые концы. Такие ребра, вот такие ситуации называются кратные ребра. Кратные ребра. Ага. А может ли у меня у ребра пара вершин? Ну, я же вот даю ребро как пара вершин. Задается пара вершин. Да? Ну, впрочем, еще раз, если у меня в графе присутствуют кратные ребра, то ну, она не задается парой вершин однозначно. Нужно еще там посмотреть, назвать его вот это ребро именно из тех кратных. Да? А вот может ли у меня быть так, что у меня одна и та же вершина дважды является концом ребра? Вот чисто по определению, математически. Вот так вот, вот. Может, такая ситуация называется петля. В этом случае петля дважды инцидентна этой вершине. Почему это важно? Почему это важно? Потому что, возвращаясь к задаче Эйлера, мы должны будем сейчас считать степени вершин. Что такое степень вершины? Это то, что он сделал. Он, собственно, вот нарисовал граф. Дальше он обосновал, что такое степень вершины. Там есть лемма о рукопожатиях, сейчас она прозвучит. Степень вершины – это количество инцидентных ей ребер. Количество инцидентных ей ребер. Давайте для этого графа мы это сделаем. Вот для этой вершины. Сколько ребер ей инцидентно? Раз, два, три, четыре, пять. Обратите внимание, что я мог бы такой провести как бы вот маленькую эпсилон-окрестность такую вот, да? И посмотреть, сколько раз пересекают эти ребра, сколько раз ребра пересекают ее. Да? Что я вижу? Раз, два, три, четыре, пять. Да? У нее пять. Степень. У этой 3, у этой 3, у этой 3. Вот. А что будет, если я нарисую петлю? То есть у меня такой мост, знаете, в Москве есть такой мост над Москвой рекой в... Точно. Зарядье недалеко от Кремля, да. Такой, он круглый такой, то есть ты на него выходишь чуть ли не на середину реки и возвращаешься назад. Типичная петля. Так вот, петля считается два раза. У нее она дважды инцидентна, поэтому степень будет у меня, соответственно, ну 7 уже, да, не 5, а 7. Но я сейчас не буду петлю дорисовывать, да, но в данном случае я верну обратно. Верну обратно, потому что оригинальную задачку посмотрим. Вот. Давайте введем еще одно понятие. Еще одно понятие, оно мне сейчас понадобится. Я хочу... Кстати, давайте я забуду потом сказать. Граф, в котором нет петель и кратных ребер, называется простым графом.
простым графом. Мы по возможности будем работать с простыми графами. Потому что там будет просто хранить ребра. А если у вас возникают кратные ребра, их не так удобно хранить. До свидания. Потом мы будем... Но здесь граф у нас непростой, как видите. Да? Кратные ребра присутствуют. Так что это псевдограф. Псевдограф, в котором есть петли или кратные ребра, или не строго. Так вот. Так сказал. Давайте еще скажу. Существует ли пустой граф? Множество. Пустое множество вершин, пустое множество ребер. Да, как нуль-вектор, пустой граф тоже существует. Давайте введем такое понятие, как подграф. Очень просто. Это граф, да, графа G, у которого, соответственно, V' является подмножеством множества вершин, E' является подмножеством множества ребер. Все понятно? Очень важное замечание. Нельзя взять ребро оригинального графа, не захватив с собой обе его вершины в множестве вершин. Так нельзя. Хотим выкинуть ребро? Если... это всегда можно сделать. Хотим выкинуть вершину? Извольте выкидывать вершину вместе со всеми инцидентными ее ребрами. Понятно? Ладно. То есть про это поговорили. Под граф. А теперь я буду делать... последовательность подграфов. Если уж совсем говорить, буду делать последовательность подграфов. Я начну с исходного графа. Я буду, то есть первым графом в моей последовательности будет исходный граф. Дальше я буду проходить по какому-то его ребру. Да? Вот я с любой вершины буду начинать сейчас. Допустим, вот эта вершина будет старт. Проходить по какому-то ребру. Это будет означать, что теперь текущей вершиной будет являться вот это. Обратите внимание, мой проход, или мой путь, лучше сказать, направленный, у него есть старт, да, и он, собственно, имеет направление. Сами ребра не имеют направления, но мой путь обхода графа, он имеет направление. Итак, соответственно, и я это ребро сейчас должен выкинуть. То есть мой новый подграф, да, следующий в моей последовательности графов, это будет подграф исходного графа, в котором этого ребра больше нет, потому что мост обрушился. Я как бы буду сейчас развертку просматривать. Итак, все, я не буду сейчас зачеркивать, да, но по нему ходить больше нельзя. Что произошло? У нового, соответственно, графа, у него понизилась, мост обрушился, его больше нет, у него понизилась степень. Она понизилась, соответственно, на сколько? Ну, минус один, да? Минус один на старте. И здесь тоже минус один понизилось. Но я на этом не останавливаюсь. Пошли дальше. Что? Пошли дальше. Давайте назад вернемся. Я прохожу назад вот сюда. Оп. У меня еще раз выброшена вершина. Соответственно, выброшено ребро, не вершина, выброшено ребро. И степень вершины понизилась, потому что у нее инцидентных ребер осталось одно. Их теперь три минус два. Обратите внимание, что вот эта вершина является проходной. Да? То есть я в нее пришел, и на ней мой путь не закончился. Если она проходная, то я выбрасываю два ребра разных. Я, потому что в то уже нельзя было по тому же вернуться. Понятно, да? Так что ее степень понижается на два. Здесь, правда, тоже сейчас на два, но это еще не конец. Я отсюда еще, может, уйду. Я ушел оттуда, выкидываю здесь. Оп, я, подождите, я не учел. Раз, два, я отсюда ушел, значит, еще минус одну, да? Я ребро сейчас выкинул. А у этой вершины первый раз я в нее пришел, да, выкинув это ребро, у нее теперь степень снижается до двух, три минус один. Но я и здесь не хочу заканчивать, я еще пойду, теперь я пойду сюда. Ага, эта вершина стала проходной, у нее степень понизилась на два по итогам. Да? А у этой на один. То есть текущий финиш траектории, он не окончательный, он здесь. И у последней вершины, да, у финишной, степень понижается на минус один. Давайте я еще немножко схожу. Я вот сюда схожу сейчас, понижу степень. Соответственно, это стало проходной, у нее минус два собрался. Кстати, там можно заметить, что это тоже минус один, минус два, когда я прошел мимо, на два понизилась степень. Да? Теперь тут... стоп, еще минус один, да, сюда. И давайте я сюда еще проползу, вот сюда. Соответственно, я по ней прошелся два раза.
Пришел сюда, и у меня минус один по итогу. Так, я тут чуть-чуть постираю. Обратите итоговое ваше внимание. У меня сейчас есть стартовая вершина, и у нее понижение степени произошло на 5. То есть итоговая степень ее, да, то есть была 5, стала 0. Она понизила свою степень на нечетное число. У проходных, да, оно понизилось на четное. Было 3, стало 1. Здесь на четное число. Было 3, стало 1. У финишной вершины, это сейчас текущий финиш, да, финиш, соответственно, у него на нечетное число. То есть получается, что при прохождении путем, а такой путь называется простым. Давайте введем это понятие. Простой путь. Это... Я слегка тороплюсь. Давайте введем понятие путь, а потом простой путь. Путь – это, друзья мои, последовательность ребер. В псевдографе это очень важно. Какое именно ребро я прошел? Может, они отличаются? Это мост красный, этот розовый. Понятно? Не вершин, а ребер. Если у меня граф простой, то я, в принципе, могу сказать, да ладно, я список вершин, да, последовательность посещения вершин, потому что у меня кратных ребер нет. И каждая пара вершин однозначно соответствует какому-то ребру. Ну, единственное, что у меня такое ребро должно быть в множестве ребер, чтобы оно по нему можно было пройти. Нельзя просто сказать, а вот с этой вершины туда, а вот отсюда сюда. Никак. Нет такого ребра. Да? То есть у меня пара вершин обязательно должна быть ребром. Она должна быть множество ребер. Итак, путь последовательность ребер, в которых, причем обратите внимание, ребра начинают быть ориентированными. Сами ребра были не ориентированными. Да? Ребер, ориентированных по направлению обхода, по направлению... Да? Ну, слово «обход» давайте припасем по направлению, соответственно, прохода, лучше скажем. Да? Ну и, соответственно, у меня есть некая стартовая вершина пути, да, и конечная вершина пути, некий старт-финиш. Я не буду это прописывать, все прописывать не надо. Что отличает так называемый простой путь? Простой путь. У простого пути... Да? Ребра не повторяются. Это путь, да? Где ребра, все ребра разные. Между прочим, как только мы ввели это понятие «простой путь», я могу тут же сформулировать задачку Эйлера по-другому. Что он ищет? Такой путь, где ребра не повторяются, и при этом я пройдусь по всем ребрам. Товарищи, Эйлер хочет найти простой путь в графе, в который войдут все ребра графа. Понятно? Все, точка. Простой путь. То есть Эйлеров путь. Эйлеров путь – это простой путь по всем ребрам графа. Он может быть, а может не быть. И мы уже видим, что тут ничего не получится. У меня степень-то нечетная. Здесь степень нечетная, исходная. Понижение на четное число не поможет. Оно не сделает его нулем. Здесь степень нечетная, исходная. Здесь исходная степень нечетная. Для стартовой вершины и для финишной вершины я могу иметь нечетные степени. То есть у меня граф будет иметь Эйлеров путь, если все вершины имеют четные степени, раз, кроме двух вершин, именно эти две вершины обязаны будут быть стартом и финишем. Можно так, можно наоборот, потому что путь можно... У меня сейчас дороги все двухсторонние, можно так пройти, можно в обратную сторону пройти. Эйлеров граф – это граф, в котором существует Эйлеров путь. Эйлеров путь – это простой путь через все ребра.
Все легло? Эйлеров цикл. Спасибо. Однако в исходной задачке Эйлера он вообще-то хотел попасть к себе домой. То есть он хотел еще и вернуться в исходную точку. И поэтому, если я говорю, а мне надо обязательно вернуться в исходную точку. Так, давайте вернемся на один шаг назад. В этом случае это становится проходной вершина. Да? Здесь дополнительного, как сказать, вот этот минус один не случается. И последний минус один, вот он, в самом конце. То есть я по первому ребру я отсюда ушел, по последнему я сюда вернулся. Видите, да? В итоге, когда мы говорим о цикле Эйлера, то вы абсолютно правы. Я сейчас чуть-чуть неправильно сказал определение. Эйлеров граф – это в котором существует Эйлеров цикл. А граф, в котором нету Эйлерова цикла, но зато есть Эйлеров путь, называется полуэйлеров граф. Полуэйлеров. Ну, такая маленькая тонкость, потому что у Эйлерова, у него все вершины должны иметь четные степени, а у полуэйлерова две вершины должны иметь нечетные степени. Понятно? Но есть один интересный момент. Всякий ли граф, у которого нечетная степень вершин, является Эйлеровым? Давайте я вам нарисую граф из трех вершин, где у всех вершин будут четные степени. У этой степени 0, у этой степени. Что-то не хватает, правда? Как-то. Правда, вроде бы я могу пройти по всем ребрам, потому что ребер нет. Но давайте я добавлю пару ребер. Хоп-хоп. Ну-ка, могу я построить путь, по которому я пройду по всем ребрам? Ну да. А вот так. У меня что-то не получается. Давайте с четырьмя. Теперь у меня степени двойка, 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 двойка. Чего не хватает еще? А я не могу телепортироваться. Я как бы здесь могу сделать, а потом как-то оттуда бы надо попасть. То есть чего-то, какого-то свойства не хватает. И это свойство даже пока не имеет своего названия. Я еще не назвал, да, но вот оказывается, самих степеней-то не хватает. Да? Но само понятие пути нам сейчас поможет сформулировать это свойство графа. Называется это свойство графа связность. Граф называется связным, да? Это в котором от, соответственно, ну, давайте так, для любой вершины V1 и V2, для любых вершин, из множества вершин, существует путь из вершины V1 в вершину V2. Прямо сейчас будет маленький взрыв мозга. Давайте еще раз. Вот у меня здесь из вот этой вершины, давайте я их как-нибудь назову, А, Б, С, Д. Да? Из вершины А в Б есть путь, из вершины А в С нету. Да? Но если я добавлю вот какое-нибудь ребрышко вот сюда, о, замечательно, из вершины А в Б, в С тоже есть. Из вершины С в А есть путь? Есть. А теперь давайте вспомним про то, как я вам ввел само понятие графа. Я вам сказал, ребро – это пара вершин. Да? Неупорядоченно. Но в математических моделях реальности встречаются однонаправленные дороги. Или представьте себе, что А, Б, С, Д – это Алекс, Бетти, Кларк и Дэниел. И это соцсеть. Правда, в соцсети нельзя дважды зафрендить своего друга. Да? Ну, давайте я сделаю чуть-чуть по-другому. И сейчас степень я сотру совсем, мне сейчас степень уже не так интересна. Сейчас мы связность обсуждаем. Да? Алекс зафрендил Бетти. Да? Бетти зафрендила Кларка. Кларк зафрендил Дэниеля. Подождите! Алекс зафрендил Бетти, а Бетти зафрендил Алекса. Ей Кларк интересен, а Кларку интересен Дэниел. Да? То есть у меня
может быть взаимная дружба, да, дружба, а поесть подписался. В односторонняя связь, да? Понятно, какая интересная история. Это другой тип графов. Два царства такие. Есть графы неориентированные, про которые я все время сейчас и рассказывал. Про них я рассказывал. Для них ввел понятие степень, вершины. У ребра два конца. Да? А есть графы ориентированные, у которых ребра, это не совсем ребра. Такие ребра называются вообще-то дуги. А это ор-граф. Ор-граф, ориентированный граф. Надо сказать, что у каждого ориентированного графа есть его неориентированная версия. Если это пункты города, ну, я не знаю, какие-то места в городе, или деревни, да, деревни, между которыми есть вот такие траектории, то представьте себе, что я сел на пожарную машину, включил мигалки. Для меня ориентация дорог не имеет никакого значения, я на спецтранспорте. Да? Главное, что дорога есть, я плевать, все, остановили движение и поехали. Понятно, да? То есть у ориентированного графа есть неориентированная версия. А у, соответственно, графа, который был неориентированный, да, у него существует ориентация. В хорошем математическом смысле слова. У него есть ориентация. Сколько ориентаций у графа? Ну, учитывая, что все, даже кратные ребра, они различимы, то есть это разные, раз уж мы их вводим, значит, да, они различимы. У каждого ребра два варианта ввести ориентацию, и все. Либо так, либо так, либо так, либо так, либо так, либо так. Еще раз, они могут быть разные, да, то есть если я даже вот так введу, да, или скажем так, давайте вот так. Вот такая ориентация и вот такая должны отличаться, если уж я кратные ребра ввожу, значит, мне действительно важно не просто количество, а их тут 5, этих кратных ребер, а мне еще и важно, чем они отличаются. То есть у них какая-то должна быть название, идентификатор, что-то еще. Их сложнее хранить в память мы не будем. Кратные ребра нет. Ну, я просто порисую с ними пока. Обратите, кстати, внимание, что для ориентированных графов вот такие два ребра не являются кратными ребрами. Это два ребра, не кратные. Ориентаций возможных два в степени количества ребер. NE назову я. N edges. Да? Ориентаций. Понятно? Все понятно. Ну, мне сейчас это даже не столь важно, а в одном месте мне это важно. Почему мне это важно? Потому что обращаемся к вопросу связанности. Связанный граф, в котором для любых вершин V1, V2 существует, принадлежащих множеству вершин, существует путь из V1 в V2. Ну, поскольку для любых, то мы возьмем в качестве V1 и V2, соответственно, из А в С, из С в А. А, ну-ка, давайте посмотрим. Вот этот конкретный ор-граф, который я тут нарисовал, вот конкретно вот этот вот ор-граф, который я нарисовал, он связанный? А-а. Он не связанный. Потому что из А в Б есть путь, из А в С есть путь, из А в Д есть путь. Если бы он был неориентирован, я бы сказал, ну если есть путь из А во все остальные, то извините, из всех остальных есть путь в нее. И все. А тут тонкости такие, из А можно везде попасть, из Б можно попасть только в С и в Д, из С можно попасть в Б и в Д, да? Из Д никуда попасть нельзя. Приехать. Я могу какие-то версии, варианты сделать, да, то есть я могу, не знаю, из Д, например, вот сюда дополнительно бросить ребро, да, вот так вот, ну, дугу, ну, можно сказать, ориентированное ребро, тоже можно сказать. Можно так, да? Тогда из D можно попасть и в B, и в C можно попасть, а в A нельзя. А могу ли я? А, ну, понятное дело, что если я буду, закрою глаза и сяду на машину со спецтранспортом, да, закрою глаза на ориентацию, то он связанный. Такой ор-граф называется слабо связанный. Он связанный только в смысле его неориентированной версии, слабо связанный.
Проверка слабой связанности. Я сейчас буду рассказывать про то, как проверяется связанность. Нет, наверное, не сегодня. Время, можете сказать? Норм. Вот. А меня бы все-таки интересно было связанность настоящую, по определению. То есть на нормальный автомобиль сел и поехал. А могу ли я выделить в этом графе кусочек, назовем его подграфом, выделить некий подграф, который, давайте я вот это ребро пока уберу, а то он затмевать мне будет слегка. Вот так вот. Выделить подграф, а может быть подграфы, которые будут связанными. Такой кусочек, такой подграф этого графа я назову компонентой связанности. Компонента связанности. Это такой подграф G-штрих, соответственно, графа G, да, который является связанным графом, да, который, соответственно, связанный в честном смысле слова. Связанный. Да? И при этом и не может быть увеличен. То есть я не могу в него добавить еще вершины. Понятно? Сохраняя его связанность. Нет. Тогда весь граф, давайте все вершины досыпем, но связанности уже нет. То есть, нет, правда, даже для связанного графа можно говорить о компоненте связанности. Только, извините, тогда весь граф и является собственной компонентой. Ну, как само множество тоже является собственным подмножеством, правда? Ну-ка, что у нас, давайте рассмотрим в качестве минимальной компоненты связанности. Минимальная. Изолированная вершина является компонентой связанности? Граф, состоящий из одной вершины, связанный? Да. По определению. Дорог нет, но у меня есть только одна деревня А. Из нее можно добраться в нее же? Да. Путь существует. Правда, путь представляет себе пустую последовательность. Если бы это был список ребер, список пар, то в этом списке ничего нету. Но тем не менее, как в задачках в ЕГЭ на калькулятор. Сколько существует различных программ, ведущих из такого числа в такое число, если можно только увеличивать на 1, умножать на 2. Да? Из числа 1 в число 1 сколько способов попасть? Один единственный, стоит на месте, не дай бог что-то сделать, назад не вернешься. Понятно? То есть у нас путь существует, он содержит 0 ребер. Да? Так что из изолированной вершины у нас вполне... Посмотрите на вершину А. Если я добавлю к ней, в ее компоненту связанности сейчас хотя бы B, назад я уже не вернусь. Получается, что у меня вершина А, несмотря на наличие вот этой дуги, представляет из себя отдельную компонент, неувеличиваемую компоненту связанности. То есть такой подграф исходного графа, в нем куцое множество вершин, одна вершина, ноль, пустое множество ребер, но тем не менее, компонента, радуемся. Дальше смотрим, вот у меня есть вершина Б. К ней можно добавить вершину С, при этом связанность сохранится. А вот если добавить D, то обратно из D я в B не доберусь никак. Соответственно, у меня вот это возникает. Поскольку мы говорим об ОР-графах, и у нас возникает понятие слабой связанности, да, возникло уже, хорошо бы назвать обычную связанность как-то посильнее. Ее называют сильной связанностью. То есть если связанность вот такая у ориентированного графа, то он сильно связанный. У меня нету сильной связанности, но я выделяю компоненты сильной связанности. Ну или просто связанности, она и есть сильная. Да, с любой вершины к любой. Ну естественно у меня вершина D оказывается в отдельной компоненте сильной связанности ориентированного графа.
Давайте минутка тишины. Сейчас пройдет. Все. Вопросы? Пока все лежит, да? Замечательно. Это замечательно. Это замечательно. Я сейчас за одну лекцию введу многое. Сколько минут еще раз? Прямо сейчас. Ага, хорошо. Хорошо. Сейчас я еще подумаю. Мне нужно будет ввести еще методы хранения. Так, деревья подождут, наверное. Деревья подождут. Давайте введем понятие изоморфизма. Пора вводить понятие изоморфизма. Я сейчас, как видите, не рассказываю никаких, ну, кроме... А, да, возвращаемся к Эйлеровому графу. Эйлеров граф. Какой граф является Эйлеровым? Он должен быть связанным в первую очередь. Ну и все степени вершин должны быть четными, чтобы был Эйлеров цикл. Кстати, понятное дело, что цикл – это путь, у которого начало равно концу. Это понятно, да? Простой цикл – это простой путь, у которого начало совпадает с концом. А знаете, что существует еще элементарный путь и элементарный цикл? Что это такое? Очень похоже. Только там у него все ребра были уникальные. Все ребра были разные. А у элементарного пути все совпадает, все. Только вершины разные. Я вам покажу разницу. Да? Давайте я напишу все. Пример. Да, кстати, чтобы вы понимали, вот у меня есть аптека, а это дом. Между аптекой и домом одно ребро. Вот такая простая топология. Соответственно, существует ли путь из дома в аптеку и потом домой? Да, пожалуйста. Д, А, А, Д. То есть в рамках моего пути ребро А, Д получает двойную ориентацию, дважды получает ориентацию, прохожу так, так. То есть путь, он ориентирован, но я пользуюсь этим ребром дважды. Просто он, этот путь, он является циклом, но он непростой. Да? Ладно, давайте сделаем теперь так, что у нас будет промежуточный каким-нибудь. А, Б, С, Д, Е. Вот такой граф. Вот такой граф. Я иду из пункта А в пункт Е. Я иду вот по таким ребрам. Скажите, пожалуйста, это простой путь? Это простой путь. А вот элементарный ли это путь? Нет, потому что вершина Б входит дважды. Понятно разница? Есть задачка, которая аналогична задачке Эйлера. Копия в копию. Простой путь, задачка Эйлера. На языке теории графов уже с терминологией. Это простой путь, проходящий по всем ребрам. Задачка Гамильтона. Сейчас, да, Гамильтон. Элементарный путь, проходящий по всем, ну, путь, цикл. У цикла должны совпадать начальные и конечные. А все остальные, соответственно, кроме вот этой одной, которая начально-конечно, все, естественно, один раз встречаются только. Так вот, это элементарный цикл, который проходит по всем вершинам. Элементарный цикл, который проходит по всем вершинам. Чтобы вы знали, задачка Эйлера решается. Проверил связность, посчитал степени. Все. Он Эйлеров. Или он не Эйлеров. Задачка Гамильтона. Сказать, а этот граф, в котором так можно или нет? Собственно, Гамильтон игрался с додекаэдром, это который состоит из, вот я не нарисую его здесь на плоскости, да, мне придется сейчас его как-то воплощать, да, додекаэдр каким-то образом уплощать, значит, делать его плоскую версию. Додекаэдр. Дальше я, наверное, сейчас не смогу нарисовать, потому что у меня плохое объемное мышление. Там еще есть вершины, к которым он должен там дотягиваться правильным образом. Я не нарисую. Граф всех вершин додекаэдра, который состоит из пентаграмм, из пятиугольников правильных. Объемная фигура. Повод, соответственно, по ребрам можно перемещаться. Существует ли Гамильтонов путь, точнее, Гамильтонов цикл, который проходит по всем вершинам, не по всем ребрам, не по всем ребрам, но по всем вершинам и при этом только один раз.
Гамильтону повезло больше. Его граф, для которого он придумал свою задачку, является Гамильтоном. У Эйлера, как вы видели, не является граф мостов. Граф мостов не является Эйлеровым. А у Гамильтона его первый граф являлся Гамильтоновым графом. В нем существует головоломка с ответом. Ладно, значит, мы все это ввели. Все это ввели. Значит, что еще должен был сказать? Это так называемый изоморфизм. Очень важное понятие. А? Это задачка, точнее не задачка, это определение отсутствует в школе, но в задачках ЕГЭ по информатике оно стало с некоторого момента по факту появляться. Его никто не вводит ни в каких учебниках, но по факту. Задачка. Давайте от задачки, потому что оно может вызвать ассоциации. Вы же наверняка кто-то сдавал или в школе готовили. У нас есть некий граф дорог. Некий граф дорог. А, Б, С, Д. Сейчас я еще что-нибудь сделаю, чтобы было интересно. Сейчас. А, Б, С, Д, Е. Так, сейчас, чтобы он был немножечко. F получается у меня уже, да? Вроде получается. А, B, C, D, E, F. Вот такой вот граф. Да, вот такой. И, кстати, да, визуализация графа очень вторична. Потому что по определению множество вершин, множество ребер. Ребро – это пара вершин. То есть его изобразить можно так, сяк, выгнуть. Почему я все время говорю про топологическую? Топология, в ней все как-то растягивается. Ну, то есть я могу эти ребра рисовать как угодно. Даже с пересечением. Только это пересечение ничего не значит. Это как проводки прокладываем. Да? То есть это, не знаю, там, вот точки на платье, которые должны быть соединены проводками. Да? Так что вот с этим делом понятно, что изобразить его можно и по-другому. А сейчас я нарисую так называемую матрицу смежности. Вы ее все на самом деле видели. Я забыл одну вещь сказать при введении, когда я сказал, есть вершина, вот это инцидентное ребро, а про вот такую вершину, которая является вторым концом инцидентного ребра данной вершины. Как мне сказать? Она мой сосед по ребру, ну, сквозь этого ребро, да? Это называется, соответственно, такая вершина называется смежная. Смежная вершина. Соседняя. Это все равно, что сказать соседняя вершина. То есть у меня, да, обратите внимание, для ОР-графов все сложнее. У меня есть соседи, в которых я могу перейти, и соседи, из которых я могу перейти. Это не всегда совпадает. То есть это часто разные множества, да? То есть множество смежных вершин – это все соседние вершины в случае неориентированного графа. Да? А в случае, если он ориентирован, то возникает два множества. Это множество смежных, в смысле вот те, в которые. Да? И более того, кстати, есть исходящая степень, то есть количество ребер, которые здесь начинаются, и входящая степень, то есть ребер, штук ребер, которые сюда приходят. Ладно. Так вот. Смежная. И матрица, которую я сейчас нарисую, называется матрица смежности. И давайте сейчас я это сделаю. Значит, я напишу C, B, D, A, E. C, B, так, F еще, да? E, F. C, B, D, A, E, F. Вы скажете, что я творю? Балуюсь я. Значит, что я сейчас сделаю? Я специально в матрицу сейчас внесу их в другом порядке. А кто сказал, что обязательно в том порядке, который там? А может быть, знаете, даже имело смысл сейчас для простоты мы сейчас иначе поступим. Я все-таки верну оригинальный порядок. Мне так сейчас будет быстрее, чтобы мою голову не ломало. А, Б, С, Д, Е, Ф. А, Б, С, Д, Е, Ф. Что я сейчас делаю? Там, где вершины, будем рассматривать только простые графы, без петель и без кратных ребер. Между прочим, отсутствие петель будет означать, что из А в А ничего не идет.
И главная диагональ этой матрицы у меня... Я тут крестики нарисовал, как в ЕГЭ. На самом деле надо было бы нолики поставить. Нолик. Ребра нет. А если ребро есть, я буду ставить единичку. Если есть ребро АВ, то я отмечаю это, соответственно, единичкой вот здесь. Но мой граф не ориентированный. Если есть ребро АВ, есть ребро БА. Ну, в смысле, оно и есть ребро БА. Поэтому я должен его отметить и тут, и тут. Для ориентированного графа я бы так не делал. То есть у меня было бы либо АВ, либо БА, то есть стрелочка бы стояла. И я либо тут нарисовал, либо тут единичку. Правда, была бы возможная ситуация, что у меня есть и туда, ну тогда я бы поставил две единички. А так в целом выглядит это вот так. Итак, из А больше никуда нет, поэтому я тут нолики проставляю. Обратите внимание, симметрично, да? То есть получается матрица смежности неориентированного графа симметрична относительно главной диагонали. Ладно, поехали вперед. А от вершины B у меня есть ко всем вершинам, кроме E. Да? C, D, F. C, D, F. Я сюда уже не смотрю, потому что я буду заполнять по симметрии туда. 1, 1, 0, 1. Так, из вершины C у меня есть куда? А, соответственно, D, а в E, F нету. 1, 0, 0. Из вершины D... У меня есть CE, да, из вершины D, да, C уже не надо, там проставлено, да, E, а в F нету. Из вершины E в F есть, есть, все. Для F автоматически уже подбилось. Для F уже вот B и E по симметрии, ну, из-за того, что я симметрично заполнял сразу. Это матрица. Я еще раз скажу, вместо крестиков, я же не буду крестики в памяти компьютера хранить, да. Я нолики там захочу хранить. У меня двумерный массив. Ну или там список списков. Да? Это уже детали, как именно. Список списков. Можно? Можно. Матрица смежности. А сейчас мы, введя матрицу смежности, я вам покажу интересную штуку. А представьте себе, что я рассматриваю... Очень важно мне не потерять колпачок. Угу, спасибо. Пришел новый губернатор и говорит, все эти ваши названия – это пережитки вашего тоталитарного прошлого. Ленина, Герцена, Калинина. Надо назвать новыми именами. Пушкина. Гоголь. С, Д, Е, Ф. Вы понимаете, что от того, что я переименовал вершины, ничего принципиального математически иного не произошло. Все математические свойства этого графа, является ли он Эйлеровым, Гамильтоновым, связанным или не связанным, степени вершин, они не меняются, правда? Не поменялись. Но сопоставить надо как-то, да, эти вершины. Я специально сделал те же самые. Там в задачке ЕГЭ они называются пункт 1, пункт 2, пункт 3, да, там пункт 1, пункт 2. И нужно сопоставить, соответственно, название вершин этим номерам пунктов. А еще специально сделал так, что название совпадает. Ну, я мог бы на самом деле и там сделать то же самое. И говорить о перестановки. То есть существует какая-то перестановка, механизм переименования. А, Б, С, Д, Е, А, Б, С, Д, Е, Ф. Сколько существует таких способов перестановок? То есть сколько существует способов вот это переименовать А, Б, С, Д, Е, Ф в другие вершины? Ну, в смысле, в те же самые, да? Сколько их существует? Ну, я тут что-нибудь напишу. B, C, A, F, E, D. Да? Сколько их существует? N факториал. N. Давайте. N факториал перестановок. Так вот, смотрите. Матрица смежности, по сути, содержит в себе топологическое представление графа. Она содержит в себе всю информацию, кроме рисунка.
рисунок, он содержит какую-то лишнюю информацию о местоположении, которое на самом деле не относится к самому графу, самому по себе, его математической сущности. Ага, время? Отлично. Плавно одеваемся. Так, значит, в итоге, моя задача найти эту перестановку, которая обеспечит совпадение матрицы смежности. Я могу сформулировать это более четко, математически. Это такое, соответственно, такое взаимно однозначное соответствие множества вершин одного графа и другого графа, при котором множество ребер взаимно однозначно соответствует тому множеству ребер. Эти такие два графа, неважно, может быть, здесь не обязательно они ABCDE могли называться, да, F, оно означает, что графы топологически равны друг другу. Ведь на самом деле, когда мы говорим о равенстве треугольников в геометрии, эти треугольники, они в разных местах пространства находятся, и пункты, и точки-то разные. Мы говорим о равенстве формы, да, равенство формы при различном местоположении, да. Здесь у меня равенство топологий. И оно называется изоморфизм. Давайте все, я устно произнес, записывать не надо, главное понимать суть. Что прикольно, граф может быть изоморфен сам себе. Это называется автоморфизм. То есть может существовать, ну, во-первых, любой граф изоморфен сам себе с тождественной перестановкой. Потому что тождественное переименование, давайте все переименуем, в результате все оставили как было. На такое переименование тождественное тоже существует. Тождественная перестановка. Вот. А любой граф в этом смысле изоморфен сам себе. Но нетривиальный изоморфизм у некоторых графов может существовать. Ну, вот, например, вот такой вот граф возьмем с двумя вершинами и одним ребром. Пожалуйста. Да? Раз переименовал, а топологически то же самое. Или, например, вот такой вот граф. Да? А, Б, С, Д. У него перестановка А и Б меняет его топологию. А вот С, Д можно менять сколько хочешь. То есть, грубо говоря, от того, что я их проверну и переименую, ничего не изменится. Это очень прикольно, потому что это открывает связь теории графов с теорией групп. Но я туда не полезу. Я не очень хочу в теорию групп. Это очень классная штука. Я немножко ее касался. Мне она очень нравится. Но, знаете, как бывает, нравится, но что-то сильно глубоко и не знаю. Поэтому я туда не полезу сейчас. Собственно, группа, это они как раз основаны на перестановках. Соответственно, есть перестановки, порождающие группу. Мы сейчас не будем в это дело встревать. Там циклические, красиво. Если вы когда-нибудь с ней столкнетесь, вы восхититесь. Это прекрасный раздел математики. Теория групп считается царицей математики. Это такой раздел, который вот часто в центре всплывает. Но сейчас мы давайте перейдем к тому, что как мне найти изоморфизм? Как мне найти изоморфизм? Вы знаете, оказывается, не существует никакого быстрого способа, кроме полного перебора. Если он вдруг будет найден, это будет один из очень больших прорывов. Один из исследователей там нашел какие-то метрики, некие числа, которые можно довольно быстро посчитать про большие графы, то есть особо у большого графа проверить два больших графа, изоморфны они друг другу или нет. Даже для ЕГЭшных это бывает не совсем тривиально. Точнее, там нам известно, но поди найди конкретную перестановку. Вот. Но что я могу сделать? Маленькая хитрость. Смотрите. Я могу посчитать степени вершин. Знаете как? Я просто просуммирую все числа по горизонтали. Один. У вершины та, которая тут называлась А, степень 1. Это маленькая хитрость, которая может сильно сэкономить ресурсы фактически при установлении изоморфизма. Потому что степень вершины не меняется от того, как она называется. Ладно, у вершины B 1, 2, 3, 4, у нее 4 степень. Я просто складываю, по сути, ведь количество единичек означает, скольким ребрам она инцидентна. C 2, D 3, E 2, F 1. Ну что же, делаем это здесь. У вершины Е степень 1, 4, 2, 2, 3, 2. Ну-ка быстро.
Соответственно, это вершина А, на самом деле вершина Б. Раньше называлась. Да? Так, вот это с тремя, это раньше называлось Д. Ага, это ценно, спасибо. Это не просто опечатка, это ошибка. Это прекрасно. Тогда у меня, а да, вершина с степенью 1, вот она тоже однозначно вылазит. Эта вершина на самом деле раньше называлась, ну или там, да, называлась А. Да? И остается только вот эти определить. Но их можно определить уже по смежности. То есть такая вершина с степенью 2, которая смежна вершинам старая B и старая D. Беру вершину B и D и смотрю вершину... Лучше давайте вот так вот. Вот так вот. И беру вершину степени 2, у меня их только 3, которая им смежна. Вот она, это C. Да? То есть C осталось C. Так, и осталось вот эти две. Та, которая из вот двух оставшихся, которая степени 2, не C, да, вот они, E или F. Та, которая смежная старой вершине D. Да? Старой вершине D, соответственно, и это получается E. Да? Ну и по остаточному принципу это получается F. Ну, этот механизм, он, конечно, не совсем для вас рассказывать, потому что вам нужно скорее, а давайте алгоритм, в котором я буду permutations, там, играться с этими, вот, и в какой-то момент топологии совпадут, скажу, оба, супер, этот граф и изоморфен. Да, вот в этой перестановке он изоморфен. Ладно, мы это дело сейчас не будем все прописывать. Значит, что я должен вам еще успеть рассказать? Время? Супер. Прекрасно. Я вам сейчас рассказал механизм, который... сразу нам дает удобный способ хранения графа в памяти компьютера. Правда, знаете, вопрос. Я же не могу у матрицы, ну, у списка списков сделать индексы буковками. Это я так могу в табличку нарисовать в школе, да, условно. А мне надо это как-то, вот как список списков оформить, да? То есть у меня будет некий список, в котором у меня идут вот эти значения через запятую. Слушайте, я попробую стереть аккуратно линии, не стерев числа. То есть матрица смежности именно в памяти компьютера. Граф я, правда, уже стер, а может и зря. А может и не зря. По матрице восстановим. И это тоже сейчас сотру вертикальное. Ведь... Осторожно, лучше лишнего не стирать. О, замечательно. Список с первой, список второй, список третий. Список четвертый. Ноль. Закрыли. И все это список списков. То есть представьте себе, что я матрицу храню вот так. Матрицу смежности, да? Буковок тут-то нету. То есть мне нужно неким образом хранить соответствие буквок и циферок. Вариант номер один. Но если у меня есть идентификаторы вершин цифровые, то, понятное дело, мне не нужны буковки. Тогда 0, 1, 2, 3, вот они и вершины 0, 1, 2, 3. Да? То есть я буду обращаться к M, I, T, K, T. Ну или M, I, T, G, T. Да? И это выбрать нужный список, и T, G это уже взять значение из этого списка. Это будет означать, собственно, смежные вершины или нет? Да? Проверка смежности. Проверка смежности происходит за от единицы. Я раз, сразу нашел нужный список за от единицы. На самом деле ведь даже скобки можно ставить, да? То есть я раз, два. Это списки сейчас, не какие-то там нампевские массивы. И за от единицы нашел житый элемент. То есть все. Проверка смежности происходит мгновенно. Вот. Как мне сохранить идентификаторы? Да очень просто, мы же словари с вами теперь знаем. То есть идентификаторы, да, если я хочу вот эти названия, я сейчас говорю про идентификаторы, не индексы, да, а именно identifier. Я могу сделать так, смотрите. Я могу сделать, соответственно,
отображение индексов в идентификаторы. A, B, C, D, E, F. Ну, только учтите, здесь могут быть там Москва, Санкт-Петербург, та-та-та, какие-то уникальные хэши, что-то еще. А мне нужно обратно, только их еще и много. Мне нужно быстро по названию найти номер. А если я буду искать, то есть я сделал identifier.index в скобках ID, то это будет линейным поиском. Это долго. Спрашиваю, а ты такой, ты Москва. Когда я доберусь до Москвы, уже пройдет 1000 лет. Ну, в смысле, N операций. А N большое. Я бы не хотел это делать, так тратить, да, я хотел бы сразу. Что поможет? Словарь. Ассоциативный массив. То есть мы делаем обратный, да, то есть ID, ну, точнее, нет, прошу прощения, этот самый индекс, индекс вершины by identifier, by ID. Я сделаю словарь, в котором я, соответственно, сопоставлю identifier от I, давайте лучше сделаю ID. Запятая, двоеточие i for. А сейчас я буду сделаю некую хитрость. Идентификатором будут сопоставляться индексы. Мне нужно перебрать i по всей длине вот этого identifier. Только что длинное так назвал. Тем не менее. А нужно и i, чтобы тоже номер учитывался. Я сделаю так. I, запятая, id in enumerate. Enumerate. Identifier. Что такое этот enumerate? Это функция, которая берет список чего-либо и возвращает список пар. Не совсем список. Возвращает итерируемый объект пар, в которых у меня, соответственно, элемент предваряется нулем. 0, запятая, первый элемент списка. 1, запятая. То есть он, по сути, будет выдавать пары. Индекс и ID. А учитывая, что for в питоне умеет бежать сразу двумя переменами по списку кортежа, то есть он распаковывает их как раз сразу. То есть сформированный список кортежа, и тут же он распаковывается и идентифицирует. Это быстрый способ запаковать обратно, только в противоположном. И у меня эта штука, это теперь словарь, в котором по идентификатору мгновенно находим индекс. То есть, еще раз скажу, отказаться от идентификаторов вообще не проблема. И все вершины проиндексировать. Та-дам! Восстановление, если что, всегда возможно. Вот. Да, что дальше будем работать только с графами, в которых у нас все вершины от 0 до n-1 имеют идентификаторы. Ладно, а теперь дальше. Это единственный способ хранения. Если так, то дело плохо. Потому что мне для того, чтобы найти всех соседей, нужно пробежаться по всему множеству вершин. То есть всевозможные J перебрать. И спросить, а ты смежный. Если у меня их там штук 10, 20, 100, это норм. А если у меня граф из миллиона вершин? Представляете себе, да? То есть, чтобы просто пробежаться по всем соседним, проверить и выписать список смежности, чтобы обход делать графа, про них будет скоро, мне нужно будет 1000 операций, ну, миллион операций. И это как-то нехорошо. Хотелось бы заранее иметь готовый список смежности. И существует форма, которая называется списки смежности. Это последнее время. Мы успеем. Что я делаю? Я хочу, чтобы в вершине номер 0, она мне сейчас вот соответствует этой строке, сразу соответствовали в идеале даже не списки, а множество смежности. Множество смежных вершин. И, потому что множество, оно не имеет в себе порядка, ведь на самом деле нет никакого выделенного порядка среди соседей вершины. Да? Почему они обязательно должны быть упорядочены по возрастанию? Это не обязательно. Но я фактически сейчас вначале напишу квадратные скобки. На самом деле можно фигурными, и получится множество. Давайте классические. Называются они всегда в учебниках списки смежности. На самом деле множество смежности даст при хранении преимущество по проверке факта смежности. Проверка факта смежности так будет происходить быстрее. Короче, 0,1, я сейчас здесь пропишу индексы слева направо. 0,1, 2, 3, 4, 5. Да? Итак, поехали. У меня, соответственно, смежная вершина является вершина 1.
Да? Для первой вершины смежные вершины являются нулевая, вторая, третья, пятая. Нулевая, вторая, третья, пятая. Я номера, индексы вершин сюда вставляю. Я сразу знаю индексы всех соседей. Графы в большинстве своем довольно, ну, то есть в них ребер относительно мало. Ну, то есть, ну, 5 ребер на одну вершину, ну, 7 ребер на одну вершину. Ну, не так, что у нас в графе каждая вершина связана почти со всеми. Между прочим, граф, в котором каждая вершина связана с каждой, знаете, как называется? Давайте я нарисую граф, в котором каждая вершина связана с каждой вершиной. А? Полный граф. А если у меня в графе есть вот такие вот подмножества, можно их выделить, в которых каждая вершина связана с каждой. То есть вот это, да, нерасширяемое, как компоненты связанности, да, нерасширяемое подграф, в котором у меня каждая вершина связана с каждой. Вот это, да, нерасширяемое, в котором каждая связана с каждой. Вот это нерасширяемое, в котором каждая связана с каждой. Класс, да? Они называются клики. Клика разбойников. Есть такое понятие там где-то в социологии. Что-то оно еще означает, да? Клика называется. Ладно, я к тому, сейчас не про клики. Давайте, я списки смежности допишу. Итак, для индекса 0, 1, 2, для нее 1, 3. Списки смежности 1, 3. Так, замечательно. Третья, у нее 0, 1, 2, 3. Соответственно, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ее список смежности. У четвертой что? 3, 5, спасибо. Давайте. И последняя. 1, 4. У пятой 1, 4. Теперь смотрите. Вариант номер один. Если у меня все вершины проиндексированы индексами, то мне вот это всего лишь индексы в большущем списке. Я сейчас сделаю красный список большой. Список, состоящий из списков. Только в отличие от ситуации матрицы смежности, там она была квадратная. А здесь у меня эти списки могут быть разными и даже пустыми. Ну, изолирована, вершина торчит какая-нибудь. В этой форме удобно хранить, кстати, и в матрице смежности тоже, и неориентированные, и ориентированные графы. Только естественно, что у нас для неориентированного у нас возникает, что если какая-то вершина здесь есть в списке смежности, то, естественно, она должна быть и наоборот, в списке смежности у той. И эта форма хранения, она, казалось бы, да, ничего сверхсущественного. Мне очень нравится, знаете что, соединять вот этот словарь вместе со списками смежности. То есть прям хранить по идентификатору, без индексов. Тогда это будет словарь списков смежности. А в самих списках можно тогда их прям хранить идентификаторами. Это излишество. Так лучше. По олимпиадам оно меньше памяти занимает. Да? Лучше разрешать в идентификатор в самом начале, когда спрашивают маршрут отсюда до сюда, а оно там себя просто в числах гоняет. Да? И все. Ладно, на этом на сегодня достаточно. Спасибо вам большое.